Сейчас июнь, или июля, 22-е, кажется, число. Вот. Это прогресс, который у нас произошел в нашем садике. Значит, у нас все по-прежнему цветет фуксия. Вот, она вымахала здоровенная. Вот. Вверху продолжают цвести цветы. У нас без изменений, они, правда, пригорели, когда во время сильной жары на цветочке. Камелии так и остались, они не цветут больше, только весной. Но зато у нас расцвели деревья. Вот, вот это вот одна фиолетовая. Мы их отделили фиолетовый от красного, вот красный распускается. В центр мы посадили розовые, вон, ветки обламываются от розового цвета. Дальше красная снова и снова фиолетовая. Вот такой у нас контраст. А внизу все сделали фиолетовыми кустами. Кусты эти уже начинают перецветать, но все равно все еще держится. Вот, внизу здесь красные вены, кактусы. Агава, полосатая, синяя, не голубая. Вон кто-то убирает вдалеке. Слышно этих. Слышен шум. А здесь у нас, значит, гибискусы. И там цветочек красный. Это цветы гибискуса. Надо провода. Ниже розы. Розы пошли у нас уже, кажется, третий раз цвести. С этой стороны у нас дерево так и осталось, под ним расцвели цветы, тоже длинные, розовые. Вот. Деревце лимоном мы поставили в тенек, иначе оно начало подгорать, жарит солнце его. Здесь куст распустился, скоро будут голубенькие цвести цветы. Вот. А здесь снова розовые. Два куста пальмы, маленькие и большие. Розы еще некоторые есть. Вот. Это розовые розы. И вот такого цвета. Они какой-то легко-оранжевого цвета. Ну, а если посмотреть вверх, посмотрите. О, сколько цветения. Это все деревья цветут. Вот. Здесь еще кое-что осталось. С весны ранней. Цветочки, белые розы и в конце там красная, просматривается вверх, и красная роза. Здесь у нас также продолжают цвести еще некоторые цветочки, вот кусты. Вот. Сейчас тенек здесь, вот, прохладно стало. На улице, правда, намечается жара, будет около, не около, а будет 32 тени. Вот. Итак, пальмы. И здесь дорожка. На дорожке у нас ничего не посажено. Да, не посажено, но оно не это самое, не так уже сильно. Не так цветет, как раньше. Вот вот кусты. Ну, вот это все на сегодня. Значит, 22 июля, и это то, что у нас вот растет 22 июля.